дорогие друзья, на дворе вечер, но мы все еще работаем. Сегодня мы приехали в офис самой старой газеты Йени Алания, что означает «Новая Алания». Основана она была 50 лет назад, и сегодня у этой газеты есть и телевизионная студия, и радио. И Айхан в этой телевизионной студии не летом, летом нет передач, вне сезон он ведет передачу про спорт. И сегодня первая передача этого сезона. Айхан Вети уже идет, и мы идем за ним. Вот так вот выглядела первая печатная машинка. Вот это вот основатель газеты. Многие уже ушли из студии. Вот так вот выглядит коридор редакции. Ну а сейчас покажу вам студию до начала прямого эфира. У них будет прямой эфир. Кто на канал подписан давно, тот уже видел эту студию. Айхан у нас будет сидеть с краю. Вот так вот здесь все снимают на зеленом экране. И вот таким вот образом выглядит их студия. Много камер, много всяких разных профессиональных штук. И сегодня первая программа сезона. Айхан, хазырмысын? Hazırlanıyorum. Mikrofonlar koyduk. Evet. Kulaklığımız bu mu? Ну, а здесь находится место, откуда управляют всем процессом. Здесь находится телевизионная и радиоредакция. Вот такое вот небольшое помещение. Вот за этой дверью находится радио. А здесь находится пост управления телевизионной студией. Вот так вот ребята готовятся. И когда начнется процесс, мы увидим. Я уже была много раз здесь, мы тоже записывали здесь много чего интересного. И пожелаем им удачи. Пока ребята готовятся к прямому эфиру, покажу вам, как выглядит редакция газеты. В принципе, здесь не так много народу. Не так много столов, но редакция газеты выглядит вот таким вот образом. И, как я вам уже говорила, Йени Алания – одна из самых старых газет в Алании. Первый выпуск газеты был в 1968 году. И кто понимает турецкий язык, можете посмотреть, какие темы были главными на первой полосе этой газеты. Ну, а вот это вот основатель газеты, отец настоящего владельца этой газеты. Дальше здесь расположены служебные помещения, там вход на ресепшн. Наверху находится офис главного редактора. Недавно в этой газете был сделан ремонт в офисе, и все, видите, сделано в корпоративных цветах, таких синих. Синих, белых и серых. Здесь также находится архив, туалет, есть офис главных редакторов, вот эти вот двое главных редакторов. Ну а сейчас идем смотреть, что же происходит в студии. Сейчас идет проверка звука, все ли слышат редактора. Все, программа начинается. Orta kamera açılış. Biliyorsun Ayhan abi. Çok.
haklısın. Ama olmadı. En azından bir puan beklediğimiz bir maçı kaybettik. Ben daha çok maçın skorundan ziyade geçen sezon... Все, программа закончилась. Теперь спросим у наших ведущих, как был первый прямой эфир в этом сезоне. Айхан Насылгечный. Супер! Архайды. Айхан был программа супер гечмез не я? А мы телефон ашмай ким унутту? Телефон ашмай? Ой, микрофон. Микрофон открыт, микрофонун сесі içeriye geliyor. Ben kulağımdan çıkardım ya. Onu söyleyeceğim şimdi. Так, друзья, закончился первый прямой эфир в этом году. И делают они передачу каждую неделю, каждый раз приглашают новых гостей. Начался футбольный сезон и начались прямые эфиры. Уже наступил вечер, мы едем домой. Сегодня нас ждет еще одно интересное мероприятие, о котором вы также узнаете в следующем видео. Ну а теперь я разворачиваю камеру и показываю, как выглядит наш район вечером. Вот такое вот у нас здесь освещение. В нашем районе много старых домов, которые пойдут под снос. И, конечно же, много вот таких вот новых резиденций. Ну и во всех домах, как обычно, расположены различные магазинчики, мастерские, маркеты, прачечные, электрики и так далее. И также есть здесь отели, есть пекарня, где мы берем вкусные-вкусные турецкие пиде. Вечером очень прохладно и классно. Друзья, я вам говорила, что вечером сейчас становится намного прохладней. Прям настоящий кайф вот так вот ехать на мопеде. И когда тебя обдувает такой ветерок, просто супер. Ну, а мы уже приехали домой. И на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. В Алании проходит очень знаменательное событие, и, конечно же, мы на нем присутствуем. Сегодня празднуется 50-летие одной из, точнее, самой старой газеты Алании, Йени Алания. И также сегодня открывается медиа-центр, Йени Алания медиа-центр. И торжественно выглядит церемония, точнее, вход, все украшено цветами. И газета «Йени Алания», в переводе на русский язык «Новая Алания», начала свою печать. Первая газета вышла в 1968 году. И в этом году празднуется 50-летие газеты. Вот вы видите, здесь на таких импровизированных стендах выставлены первые выпуски здесь газеты. Много официальных лиц. И сейчас давайте пройдем на церемонию, торжественную церемонию открытия. Посмотрим, что же там происходит интересного. Вот вы видите, приехал уже министр иностранных дел, губернатор Алании. И сейчас торжественную речь будет говорить как раз Мехмет Али Дим, который является владельцем газеты «Йени Алания». Çok kıymetli gazetesinin ailesinin çok değerli mensupları, değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir hedef değildir. 70'li yıllarda, öğrencilik yıllarımızda biz de Yeni Alanya ile tanıştık. Yeni Alanya gazetesine 50. yıl dönümünde gönderdiğim yazıda belirttiğim gibi ilk önce koleje giderken tabelasını gördüm. Doğum yer geleceğim. Ну что, друзья, вот так вот проходят торжественные события в Алании. Мы поздравляем всех, кто работает в этой газете и будет работать в телестудии.
Я надеюсь, что мы тоже здесь поросли, друзья. Как вам? Идет ли нам сидеть в студии? Как Айхан? Айхан в виде студийного ведущего. Сана, я хочу. Ну, в общем, выглядит это примерно вот так вот. Надеюсь, что в скором времени мы здесь что-нибудь вам интересное расскажем.